фамилии чести. Ой, нет, он живет из Тунда, я пропал. Он бегает. Зачем нам Бог послал ее? Зачем нам Бог послал ее? Отпусти мне на
Друга, шлюха наградит мне друга.
любит, когда человек имеет тайный источник существования. Если только этот человек не он сам. Приходил на кармане, принес желтую из майонеза и ушки налил. Возьмем из подкрестника, ну и все это он забыл. Опоздание. Нет человека более ловчей по этой части, чем Мэр. Никто не умеет спасти на пожаре так много добра. А теперь вернемся к тебе, Поле. Нельзя так исправлять, ты же понимаешь, да? Выходит, ты замужем? Да, сэр. Поле! И на что же ты собираешься жить, дитя мое? На плоды трудов своего мужа, как все женщины, сэр. Да зачем он тебе сосвятого, Поле? Жена бандита видит от него деньги не чаще, чем его самого. Поле! А ты никогда не смотрел на это так же, как смотрят на это знатные дамы? Я не понимаю, зачем? Переписать для себя все его имущество и стать главным. Ну, я люблю капитана. Могу ли я думать о разлуке с мужем? Разлука с мужем! Разлука с мужем! Вот цель любого брачного контракта! Удобное положение главы. Вот единственная надежда, которая не дает жене впасть в отчаяние. Ну какая бы женщина сомневалась хотя бы одну минуту, выходить ей замуж или нет, если бы она заранее точно знала, что в любой момент может стать здоровой. Словом, нет ни того же мнения, Полли. А я не считаю это брак таким уж неразумным. Нет, я все-таки не понимаю, что вы всем этим хотите мне сказать? Только одно, Полли. Перепиши на себя все его имущество. В следующую судебную сессию донеси на него. И вмиг стань богатым домой. Что? Нет, убить человека еще ладно, но убить человека, которого я люблю. Ой, ну при чем здесь убийство? Устранение. Поскольку капитан Маркетов все равно не избежать лестницы, я смею тебя уверить, что ему будет очень приятно, если вознаграждение за его голову достанется нам, а не какому-нибудь постороннему человеку. Слово Поле, в этом нет ничего аморального. Короче, твой дочерний долг отправить муж на виселицу. И подумай, сколько жен, отдали бы что угодно за такую возможность. Ну, вы слушайте же меня, мама! Ну, представьте вообще, когда-нибудь, ее будет просто, если эти романы, которых она начинала, они бы умели ее, еще одно слово, или так, я выпью тебя, мать, и не для этого. Уйди от греха подальше, Полли, и проснуйся над тем, что я тебе сказал. Я постараюсь, но в случае не
необходимости, ты помни, если не мы его, то он нас. Ну уж тут выгода уходит на второй план. Я беру более на себя. А я иду и подготовлю улитие к суду. Что?
Честь, сэр, и сегодня вечером прогуляться.
со мной на работу. Понимаете, и от времени дружки тут ее позначенности. Я пропускаю голокруг. С кучерами. Утяга. И мне стало известно, что в это время на западной дороге будут пассажиры, с которыми надо потолковать. Я бы с удовольствием составил вам компанию, джентльмены. Но! А что нужно? Эй, кто-нибудь из присутствующих сомневается в моей отваге? Нет! Я не хочу убедиться в этом. В моей честности и преданности шайки. Но вы готов меня поручиться за это? Был ли я хоть раз алчен и несправедлив при делище добычи? Вашим вопросом, симптом взволнован. Может, подозреваете кого-то из вас? А? Значит так. Я полностью доверяю всем вам, засчитая джентльмены в обязательный знак. Ценю и уважаю. Уважаю. Ценю и уважаю вас всех, как людей чести. Честь? Да. Ну вот. Вот Питчер! Питчер! А что? Он собирается предать нас? Хотя Питчем тоже человек полезный для нас. Да я ему пошло! Разделю! Джентльмены, прошу вас действовать учтиво и осмотрительно. Прибегнуть к пистолетам никогда не поздно. Да. Он же Питчем же, он ничего не знает. К тому же, без Питчема нам дело не сделать. Да, он человек житейским опытом и незаменимыми связями. У меня с ним вышло маленькое недоразумение. Но вот пока оно не уладится, мне нельзя попадаться ему на глаза. Но моя личная размолвка не должна дурно отразиться на моих друзьях. Так что пока продолжайте работать под его руководством. Разрыв с ним — это гибель для нашей шайки. Гибель! Согласен? Он нам нужен не меньше, чем сегодня шлюхи. Сегодня шлюхи. Убедите его, что я бросил шайку. Тихо. Но на самом деле меня к этому принудит только смерть. Я буду видеться с вами тайно. Подожди. Ну а через неделю другую, я думаю, мы с ним помиримся. Будет сделано, милый. Теперь самое время заняться делом. Один за всех и всех одного за старого. Ласкай ее, и в наслаждении найдешь спасенье от милой боли.
Ну что, Бутынчик, ушел ли расстрелиться того, как я приказал, а? Я жду его на алтар с минуты на минуту. Мы же отправили его в такую дальше. Вашего профессионального достоинства.